Документы на строительство теперь можно будет оформить по принципу одного окна. В МФЦ на Новочеркасском проспекте ввели новую электронную услугу. Застройщики оформляют десятки бумаг в разных инстанциях. Город решил упорядочить документооборот в единую автоматизированную систему. Пока в одном окне доступно только 7 процедур. В ближайшее время добавят еще 17. Работу консультантов протестировал вице-губернатор Александр Говорунов. По его словам, услуга будет особенно полезна мелким застройщикам или тем, кто собирается расширить свой бизнес. За этим прозрачных всех процедур, за этим контроль за процессами, за этим сокращение временных затрат, за этим, конечно же, уменьшение и снижение потенциальных коррупционных рисков. По мнению властей, нововведение выведет госуслуги в сфере строительства на новый уровень и позволит России занимать более высокие строчки в мировых бизнес-рейтингах, а заодно улучшит экологию. Сейчас застройщики тратят много бумаги для переписки с органами власти.